увидел я на медне в КБ новое для Тамбова пиво. Народное достояние от Барнаульского пивзавода. Ну не мог не взять. Какое чудо. Редкий вариант пиваца для нашего центрально-черноземного региона. Стилистика для любителей СССР. И пузыри, как любят советские люди, огромные, большие. Вот, честно сказать, очень сильно утомляет в последнее время вот это вот паразитирование, так скажем, на советской стилистике. Налить что-нибудь в бутылку, но именно то самое, народное, бла-бла-бла, все дела. В составе есть как несложенный ячмень, так еще и патока. Слушаем аромат. Ароматика сильно-сильно солодовая, прелого такого, залежавшегося солода. И какая-то потом кислинка, как будто вот подгнивающие фрукты и овощи на огороде. Вот то, что я вывожу на помойку каждый день, вот именно так пахнет. Очень неприятный какой-то такой разлагающийся органики аромат. Фух, честно сказать, пить не хочется, но деньги потрачены, 65 рублей как-никак. Попробую. Вай. Ну, честно скажу, это просто омерзительно. Фу. Одно из самых плохих, не матерюсь на канале, поэтому скажу просто, одно из самых плохих вариаций российского пива, что было за последнее время на канале. Что аромат, вот какая-то вот сейчас уже даже канализация начинает пробиваться, ну до такой степени плохо, редко где встречается. Во вкусе кислота, чрезмерная сладость, прелый вонючий солод. Народное достояние. Барнаульский пивзавод. Желаю, чтобы у вас качество зарплаты у пивоваров было такое же, как качество вот этого пива. 0,25 из 6 баллов за интересную стильную пробку и честные 0,5. На этом все. Пока-пока.